Мне помогает общение с искренними людьми. Во времена кризисов нужно искать общение тех, у кого веры больше. Это очень важно. Во время этих кризисов нам нужно снова и снова выслушать такие слова, что Крест на тебя любит, Крест на тебя ценит. Нам нужно такое общение. Нам нужно во время таких кризисов принимать прибежище у Кришны, у Его святого имени. Не сдаваться. Мне очень помогали лекции духовного учителя. Я слышал, думал, ну не у меня одного. Смешал по упаду, столько испытаний преодолевал. Как сказал Шрила Раганатха Свами, эта фраза меня очень вдохновляла, когда я болел. Он сказал, трудности — это бесценные возможности принять полное прибежище святого имени. А кого нам еще принимать прибежище, кроме Кришны? В конце мы не можем ничего. То есть мы можем быть в таких обстоятельствах, что мы не знаем, где решение, согласны? Уже все, ресурсы исчерпаны, финансовые, физические. Что мы еще можем? Тогда мы не можем влиять ни на что. Единственное, что мы можем влиять на свое, там, где мы ищем прибежище. Поэтому нужно принимать прибежище у Кришны, доверять Ему. И Кришна, я твой. Может меня убить, может меня спасти, говорит Бхактин Такур. Тебе решать, но я твой слуга. Что бы со мной ни происходило, все равно твой. Я твоя собственность. Делай со мной все, что хочешь. Хочешь спасай, хочешь убивай, но я твой. И тогда Кришна становится самой жизнью такого человека. Начинает его вести, протаскивая через все эти времена трудностей на себе. Но тот опыт, который мы получаем, ощущение присутствия Кришны рядом, когда принимали у него прибежище, он потом в будущем долгие годы будет нас поддерживать на пути. Хари Кришна, дорогие преданные. Хари Кришна, примите наши поклоны. Это Нарайни Радха. Это Манджари Махима, и мы вместе занимаемся интернет-санкиртаной на Валдес. Мы распространяли книги на улице долгое время и решили автоматизировать этот процесс, составили список магазинов, через которые можно попробовать распространять книги, и первым оказался Валдес. И он стал занимать практически все наше время, потому что это очень объемный маркетплейс, там распространяется огромное количество книг. Только Бхагавад-гиту около 7 тысяч уже люди выкупили за 1,5 года. В целом распространено более 42 тысяч книг. Мы хотим пригласить вас стать членом команды интернет-санкиртаны. Мы поддерживаем низкую стоимость на Валдере, чтобы эти книги распространялись. При низкой цене распространение увеличивается в несколько раз. Но чтобы поддерживать цену на таком уровне, нам необходимо ваше участие. Если вы домохозяйка или вы бизнесмен, у вас нет времени, вы можете просто выкупать книги, и от вашего лица они будут автоматизированно распространяться на Валберес. Поэтому присоединяйтесь к нашей команде, становитесь членом интернет-санкиртаны и давайте распространять книги вместе.